Чё, трудяги, всем здорово из нашей деревни. У меня машина-то, наверное, в роликах ещё ни разу не маячила. Твоя-то? Да. Новый контентиш. Ой. Новые, скажем так, как их назвать-то? Слушай, ещё ни разу не снимал? Нет. Ну, с ним нет. Короче, чё? Подождем самое время. Короче, все новое. Теперь должно качество изображения стабилизации повыситься. Пряник, в общем, по полной отгреб к концу года на контент себе. Вообще прям просто пушка. Немножко пока еще путаюсь, торможу. Амиго, как закончился ваш год, скажите? Но подарочки есть, и слава богу. Подарочки есть. Как твой бизнес? Магазин твой? А, нормально. Нормально? Да. А то люди все спрашивают. Не, магазин нормально. Только другой. Какой? Интернет. Интернет теперь магазин? Да. Тоже запчасти торгуешь? Не. Не, а что торгуешь? Да так. Че вот? Всего понемногу. Всего понемногу? Да. Что там, например, есть-то? Да я не скажу. Не скажешь? Да зачем? Хлеб торгуешь? Не, хлеб нет. Как? А мы же зерном занимаемся. Ты же эту штуку покупал, зерно молоть. Какую? Ну, помнишь, мы курям раньше. Отверни от меня, а на себя поверни. Вот свою эту лупу выставил на меня. Что, объектив побольше, нервничаешь, да? Раздражает. Раздражает, да, тебе? Такой большой. О, к большому не привык? Отверни. Не привык к большому, чё? Убирай. А? Ой, блин, я не могу на тебя. Скоро контент от шефа будет. Ой, путаюсь с этими иногда. Куда он поворачивает. Ну, а так вроде все нормально. Опа-на! Что-то, блядь, обновочки в этом году у нас еще не видали. Шаткирует, стоит. Капот поднят. Обновочки, обновочки. Что там есть-то? С этим даже повеселей. Ленкин? Почти. Короче, трудяги, как-то так. Нормально тогда. Нормально? А? Угодно. Собирать теперь в следующем году будет? Ну а когда? Да. За 150 цеплять тогда будем, да? 150-й? Ну. Я думаю, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть корпусов. Влагозащита? Ну, я надеюсь, да. Но он пока не сильный, я еще смотрю. А? 5+1. Теперь основной контент. Вот он. Теперь снимать удобно будет. Все, можете начинать. Мне не доплачивают, поэтому я тут бесплатно снимаю. Что там? В этом бьется. Никуда на огне вот эти. Жимай. Yes.
синим огнем, что это будет. Сегодня у меня другой кадр будет. Надо синий сюда ставить. Это я могу ничего. Что, набьется? Ну и шнатер. И там патрубки, блядь. Ты что, не видел нахуй, когда ездишь, а? Где? Везде, блядь. Ну вскрыл полет, надо смотреть. Я вскрывал? Его надо вскрывать. Зачем? Я должен из кабины был увидеть, что под кабиной. Надо комплект тут. Как ваша вот жутуха? Сейчас надо синие начали ставить. Я не знаю, что начать. Весь сколько прошел ебашка. А ты сторожил, там 525 стоит, видел? Не. На прошлой неделе по Адамовскому ехал, стоит. Так, снимайте со 150-го аккумулятора. Вообще, надо узнать, там может смазка какая есть, брызгать там, где коротко, где эти ходят. Медный. От коротких. Медный такой. У нас, наверное, геркон какой один отказал. А? Геркон отказал. Убери нахуй свою. Убери ее, сказал. Не могу. Сказал, большой объектив разрастает. Почему? Дурачок, блядь, снимай. Я тебе что, большого убери. Большовато, прям так морду смотрит, раздражает. За 2 года человек никак не понял, что от Ютуба много пользы. Бесполезно. Зато когда скидочку хочет, тогда сразу. Ну ты, говорит, видео сними. Дай. Бля, штаны маловато. Маловато? Да ты про жопу отрастил большую. Что там, открывай. Это присесть тяжело, понимаешь? Присесть тяжело? Да. Ну ты не садись. Ай, бля, чел, не могу открыть. Надо чем-нибудь. А, не, нормально. Ты двумя руками. Ключики надо, получается. А что, руками не откручиваешь? Ты нет, там... Я нам... такие маленькие не откручиваю, взяться неудобно, я только на 32 откручиваю. Давай. Ну вон, в кабине бери. Ну, мне спуститься надо. Ну да, Подай, а? Я с камерой. Я тебе сейчас в объектив твой кину. Не надо, он дорогой. Давай. Ты столько не зарабатываешь. Ты его вообще взял в рассрочку? Кого в рассрочку? У меня нет, все занал. Занал? Конечно. Ну, не надо ключ. А, не, надо, на 10 давай. А на 10 тут, наверное, нету. Не, чел, тут нету. А, не, нашел. Вот это. Что, вместе с клеммой снимать аккумулятор? Тогда не надо на 10. Да елки-палки, а на сколько надо? Да не на сколько получается. Там как, что, плюс или минус? Это плюс. Какой? Вот, а я кручу. Что там у тебя, нормалек все? Да нормально. Так что и... сказал у нас? Иди покажи, где он стоит. Я откуда знаю, где он стоит. Потом, а это... По весне. Решим проблему. Решим, да. Да, я, наверное, с Орловскими буду сотрудничать. Да, сервис его приглашать, которые берут за дорогу, блин, по 10 тысяч. Может, самим как делать, подумать. Может быть. Есть как видео, есть просто. Объяснили за ним. И этот надо фильтра искать, надо китайский. Убери. Знаешь, что я тебе скажу? Убери. Прям чтобы вот это тут, вот, понимаешь, вот эти вот. Китайские купить. Китайские купить. Там стоит оригинальный. Надо купить оригинальный. И менять его каждый год. Все по регламенту, чтобы твой двигатель ходил лучше. Слышь, и турбина лучше убери ходила. Ее, пожалуйста, я тебе уберу. Это наша не жизнь. Не надо мне сымать. Убери ее, сказал. Тогда не общайся со мной, Витя, нахрен. Так. Дрожает это купить. Это, блин, на GBC ставят нахуй. Оригинально, они разваливают. Ну на, забирай. Сидит кто, бумный. Ну давай, блядь, я миллионер нахуй. Ой, я Миш, себе, возьми. Я себе купил камеру. Бумный, блядь, дорогу. Купай, да, чё, купай, что хочешь мне. Зачем ты его снег поставил? Чтоб помыть днище. Не упал.
закрывать и бегать. Ну а как еще что? Все, наверное. Хлопай. Вагончик. Надо изначально снимать. Ты донесешь? Ты бери один и пошли. Да давай, два. Я в зал уже неделю не ходил, из-за разминки нельзя. Чё? Бери давай. Вот так вот и живём, потихонечку, маленечку. Тяжело, но пытаемся. Вот это вот натура, купить подешевле. Я уже поставил на Форда подешевле фильтра китайский, выкинул их нахрен через неделю. Больше не буду таким делом заниматься. Что топливный, что воздушный, ничего хорошего в них нету. Ой. Все, забирай. Ну что, трудяги, финальная часть видео. А пряников-то куда набрал? Домой. Посылочка у нас. Финальная часть. От компании Россельмаш. А что у тебя день-то так быстро закончился? Никогда. Это я уже съел там. У меня еще машина лежит. От компании Россельмаш. Нож от компании Amazon. Да, все серьезно, все брендовое. Не разрезать. Сейчас посмотрим, что там прислали. Ни хрена острый какой-то. Ну да, ты да, поаккуратнее. Ну там кнопочка есть. Да, я помню. Ну это Глебушка, вы просто отвыкли от него. Страшно. Палец разрежу. Компании какой? А, понял. Опа! Что там? Ух ты! Фигурка, моделька, да. Ну-ка зацени. Торум. Красота. Тебе подарить? Конечно. Все, у Глебушки есть подарок. Считай, братская любовь. Конфеты. Ты же прошлогодние не съел, лежат. Как не съел? Съел, там только упаковки съел? Остались. Ага. Опа. Что там? Ох, блин, какой новенький. Даже пахнет. Кожаный? Не, резина. Резина? Оставлю, красота. Прикольный. Так. Открыточка. Сейчас прочитаем. Подписано чьей рукой. Поздравляем вас с Новым годом. Пусть все сбудется. Пресс-служба. Все, зачет. Отчет пресс-службе. Вот никогда компания Россельмаш нас не забывает. Вот пряников любит. О, как в прошлом году тебе. О, бля, какой. Что там? Комбайн. Кормоуборочный сегодня, ага. В этом году. Ништяк. Бля, какой красавец. Елки, правда, у нас нету, но ничего страшного. У меня в квартире стоит. Ну, положи, ладно, я понял. Прикольно. Так, еще что там есть? Есть. Календарик. Календарик. На 2023 год. Не пойму, где начало-то. А, во. Что там? Ну, надеюсь, скоро увидим вот эту штуку в действии. Ну, кто понял, тот понял. На агросалоне она была представлена, опрыскиватель. Все? У меня еще есть. Еще что-то есть? Что там есть? Ой. Пакет. Пакет только? Пакет. Пакет тоже неплохо. Пакет тоже неплохо. Чистый пакет, все? Со степлером почему? Все, больше нет ничего? Да, все, пакет. Ну что, трудяги, короче, с наступающим всем. Здоровья, у кого его нету. Денег, у кого нету. Трудолюбия, у кого тоже нету. Ну, в нашем... Тебе что ли? В нашей сфере оно должно быть, да, по-любому. Ну, у меня немножко оно отсутствует, но я ее компенсирую своей творческой, скажем так, деятельностью. А почему такой быстрый, короткий день был? Знаете, почему, как сказать, лысый уже сломал? Но это нормальное состояние. Главное, чтобы жатку не оторвало у него. Во. Короткий день был потому, что есть один человек, который он категорически не воспринимает
как бы творчество сына ни с какой стороны. То есть для него это тупость. Но когда надо скидочку с чего-то или что-то типа это, да, тогда он сразу говорит: молодец. То есть я не знаю, как дальше продолжать в этой теме, но это бесполезно. То есть вот я купил сейчас, да, в этом году полнокадровую Соньку, стабилизатор Ронин. Там одна флешка десятка мне обошлась просто под эту камеру. И что-то еще... А, и объектив там Рон тоже я приобрел. То есть все, контент на новом уровне. То есть вы видите, да? То есть насколько это все уже будет ощущаться по-другому. И интервью, и все прочее остальное. Трудяги, я пытаюсь расти, мне это интересно. А с хозяйством что? С хозяйством я скажу так. Если там есть один руководитель, и для него мнение остальных не считается как бы нужным, ну, это каждый год идет, то, ну, какой смысл проявлять инициативу? То есть, ну, в принципе, какой смысл, да? Останется, наверное, какая-то часть, но больше, наверное, буду стараться вдаваться уже в какие-то интервью, поездки, видеообзоры буду пытаться как-то делать, на технику уже больше улучшать, пробовать контент буду углубляться в более, наверное, в контент. Деревня останется, но, конечно, я же не всегда буду с этой, да, штучкой своей ходить. Останется экшн-камера. Ну, иногда мама звонит. Будут красивые ролики. Да. Все, с наступающим всех, до встречи в следующем году. Сколько всех обнял.